Благоустройство территорий, ремонт кровли и спальных корпусов, замена кухонного оборудования – это не полный список того, что успели выполнить в рамках подготовки к летнему периоду три загородных детских лагеря – «Мечта», «Щадково» и «Ромашка». В первом работы выполнили на 60% от запланированного, во втором – на 85%. Больше всего вопросов у власти к последнему учреждению. В настоящий момент ведутся следующие работы. Текущий ремонт жилых комнат, медпункта, пищеблока, прачечной. Таким образом, первоочередные мероприятия по зарытию лагеря «Ромашка» выполнены на 20%. Всего в этом году на подготовку лагерей было выделено более 515 тысяч рублей. Это средства из республиканского и областного бюджетов. Львиная доля за счет финансов собственников. Как отметили на заседании горисполкома, нынешним летом отдыхать в учреждениях будут почти 3000 детей, а значит, объекты должны быть готовы на 100% к 24 мая. Глава города собирается проверить их раньше. Где-то 18 числа с моим участием запланирую принятие данных оздоровительных лагерей. Можете составлять график. Условно говоря, 18 первый, 19 второй, но не дальше 19. Мы за два дня должны их объехать, посетить. И каждый директор данного учреждения отчитаться мне о готовности данного оздоровительного лагеря. С круглосуточным и дневным пребыванием в лагерях планируется оздоровить за лето 7635 детей. Направления различные – туристические, спортивные, военно-патриотические и даже трудовые. Ребята, желающие за время каникул подзаработать, смогут это сделать в различных организациях города. Евгений Юшковский, Андрей Богдан, Бобруйск 360.